Привет, дружище, меня зовут Сашка, и ты на канале Князь. Сегодня у нас очередной обзор дешевой, почти бесплатной стимовской игрушки. Лепи лайк, подписывайся на канал, делись, смотри до конца, если хочешь видеть почаще такие видосы. Игрушка старая, но я ее купил за 34 рубля со скидкой, но может быть она сейчас будет стоить 60. И по моим подозрениям, это будет очень ламповая игра, в которую, наверное, можно будет зависнуть. Но мы все сегодня, ребятушки, вместе с вами узнаем. Так что усаживайся поудобнее, заваривай чаек и погнали. Новая игра, игра под названием Pinstrip. Pinstrip, я хер его знает, my English very good. Capital of London, Great Britain. Вот так вот, короче, шатал я бегемота. Знаешь, эта игруха начинается как какой-то AAA проект по типу Metro Exodus. Тоже все так достаточно эпично, мрачно, тоже идет снег. Но это не Metro Exodus, поверь мне. Это реально, это не Metro Exodus. Это что-то другое. Давайте, чтобы... А хотя нет, ладно, уже не буду менять. Я просто смотрю, что на картинке моя рожа реально очень большая. Майка мятая, надо было бы себя поменьше сделать. Но нет, нет, нет. Weeping may stay for the... Не успел прочитать, читаю очень медленно. Да, это некие огрехи нашей современной образовательной системы и человеческой лени. Проснись, папа. Что? Я так стою, что ты меня просишь проснуться? Ты снова ходил во сне? Прости, милая, нет, не ходил. Я не ходил, как это батя может ходить во сне? Ты чуешь этот запах? Нет, я ничего не чую, а почему у меня здесь вот этот... Только один вариант ответа, да. Пойдем проверим. Investigate. Расследуем, ну ладно, окей. Ну, пошли, Паш. Ты будешь Шерлоком? Угадал, Ватсон, давай так. Глупенький. Я бы леща дал своей дочери, если она меня глупеньким назвала. Ты что, ты забыла, кто вообще батя-то? Кто глупенький? Сука, как я ржачно хожу. Подожди, ну это старая игрушка. Многие из вас ее, наверное, видели. Но давайте, если вам она зайдет, то мы можем на стриме ее попробовать проходить, или я буду выпуски делать по ней какие-то отдельные видосянские. Давайте посидим, расслабимся. Бедный Джорджи. Этот видос надо смотреть вечером за чайком в обнимку с любимой, наверное. Бедный Джорджи. А кто такой Джорджи? Это кошара какая-то, наверное. Глаза торчат. А это собака, она скулит. Он совсем заперт в своей коробке. Ну да, сука, чтоб не бегал и не срал тут по углам. Елки-палки, для чего он заперт? Просто так, что ли? А, он может учуять запах чипсов на твоей куртке. Не думаю, что нужно так его мучить. Ага, если он насрет где-нибудь около, сука, твоей кровати, ты будешь убирать? Ну, судя по всему, я должен освободить собаку. Что это, папа? Да я чё, ебу, что это такое? Похоже на замерзшую каплю. Нет, это похоже на какую-то непонятную чудо-штуку. Масло? Типа, масло внутри замороженной капли? Серьезно? Ну окей, мы взяли это. Окей. Мы, я так понял, едем на каком-то поезде, да? Ну хорошо. Давай. Закрыто. Сука, и что мне делать? В камин прыгнуть, что ли? Розетка есть. Там собака так рычит, короче, что... Джорджи любит чипсы, львиное сердце из лавки Мартина с беконом. А если у тебя их нет, то тогда тебе стоит вернуться к заданию, мистер. Какие нахер чипсы? Подожди. Ага, смотри. Ага. Ага. Я понял, подожди, там может быть кнопка, как... А чё, зеркало? Это зеркало, Шерлок? Блин, да ладно, спасибо, капитан очевидности. Оно такое грязное, что я еле вижу твое лицо. Судя по всему, в поезде еще холодно.
Папа, посмотри на нас. Мы похожи на двух смешных привидений. Вы вообще... Правильно, Бум, мило. Слушай, что-то батя молчаливый, а дочка... Базарит и базарит. Ну окей. Наверх я не могу прыгнуть? Там кнопка какая-то. А влево мы можем пойти? В зеркало можем перепрыгнуть? Нет. Папа, какое слово рифмуется с милее? Пойдем белее. Давай белее. Кто на свете всех милее, всех румянее и белее? Боже. Не, это, конечно, все, сука, скажем так, лампово, но я вообще не шатаю, что тут делать. Закрыто. А дальше-то что? Тут есть еще какие-то кнопки? Что я могу сделать? Собаке чипсы нужны какие-то. Подожди. Ага, я понял, смотри. Сейчас сломаю систему. Оп, и перехожу наверх. Теперь я вот тут включаю. И все, у меня там дверь откроется. Изи. Изи, пошли. Тут что? Так, тут что? Я на самом деле не люблю эти игры с загадками. Ну ладно. Почему все твои вещи выбрасываются через ту дверь, папа? Ну, потому что ты гладиолус. Не знаю. А это? Мамин медальон? Ага, у нас тут типа список вещей. Ясно. Мамин медальон, допустим. Это что? Странный портрет мужчины. Ну, это, знаешь, как будто тюремная фотография. Сохранили игру. Игра сохранена. Окей. Сейчас. Что-то на стенке написано. Дальше-то что? Наверх мы не можем забраться. С поезда спрыгнуть тоже не можем. Пошли дальше. О, божечки, что тут? Кнопочки. Шерлок, Ватсон. Думаю, я дотянусь до этой кнопки. Ага. Мы можем вместе нажать. Ну давай. Жми! Закрыто, подожди, ну. Ну окей, ну так дотягивайся. Давай включаем, смотри. Опа. Опа. Не хочу показаться невежливой, но ты понимаешь, что делаешь? Не очень я понимаю, что я делаю. Я рада, что мы ведем расследование вместе, Шерлок. Просто нажми на кнопки, когда они обе загораются желтым. А вот так вот, когда они... А, все, понял. А! 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 И кто тут Кул Хацкер? Я Кул Хацкер. Давай дальше пошли. Пошли дальше. Прикольно. О боже, а кто там такой был? А, вы не видели из-за моей рожи. Сейчас я себе сделаю поменьше. Или знаешь, я вот сделаю вот так вот. Вот сделаю вот так вот. Блин, вы не видели стрёмного чувака, он там был, короче. Это вообще какая-то задница. Ладно. Жмем кнопку. Ясно. А это здесь откуда? Не смотри, папа, это дневник дочки. Просто глупый рисунок. Окей. Мы тут собираем артефакты. Идем дальше. Так. Подожди-ка, а что там такое? Это мне надо все кнопки нажать по-быстрому. Опа! 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 Ах, кто здесь красавчик? Я красавчик, идем дальше. Вот этот стрёмный мужик. Здорово, чел. Доброе утро, Тед. Доброе утро, мистер Пинстрайп. Это Бо. Привет, Бо. Дочку зовут Бо? Серьезно?
Серьезно? Ты любишь шарики? Значит, надо это, знаешь, как говорить? Ты любишь шарики. Как-то так вот. Как насчет красивого черного шарика? Сука, прикинь, девочке маленькой предлагать. Как насчет черного красивого шарика? Кто вы? Просто друг. С красивым черным шариком. Бля, да он ёбнутый какой-то. Ну тут прям реально инвестигейшн. Давай дальше. Да, ебо. Чудесное платье. Сука, это походу педофил какой-то. Оставь нас в покое, мерзавец! Это не очень вежливо. Бо, твой папа такой грубиян, бля. Если б я был на месте этого папы, я бы ему пизды дал, блядь. Потому что это вылитый какой-то педофил, который обсуждает красивое платье девы моей дочки. Сука, ушатал бы к хуям его. Что это тут за какашки такие? Жуть, что это такое? Похоже на гигантский старый мешок. У меня от него кружится голова. Папа, мне кажется, тебе не стоит нюхать эту штуку. Кажется, это плохо для тебя. Ну окей, идем дальше. А мы дальше пройти не можем. Да, он тут чем-то срет. А что я могу сделать? Добраться до кнопки, если это кнопка. Только еще музыка. Что ты наделал, папа? Мама бы тебя не похвалила. Она всегда говорила мне не нюхать странные штуки. Вроде той коричневой, которую я нашла под холодильником. Блять, это какая-то садомия. Папа, мы можем выбраться отсюда? Здесь пахнет какашками. А, не выражайся. Здесь пахнет кака. Так. Нам, походу, назад надо, да? О, смотри, этот чувак пропал. Босс, стой. Папа, смотри, шарик. Она побежала за шариком. Ты совсем дура. И где теперь моя дочка? Это где я? Смотри, тут какая-то хурма, и она капает. Ищем дочку. Где дочка? Сука, это какая-то наркоманская игра. О, дочка кричит. Ну-ка, побежали за ней. Вот шарик. Сука, как тебе пиздануть? Ой-ой-ой. Сварливая у вас девочка. Но не волнуйтесь, Тед. Скоро она будет называть меня отец. What the fuck? Что это такое? Томас Браш. Пайнстрип. Интересная какая-то история. Такая ЛСДшная, если честно. ЛСДшная, если честно. У нас украли дочку. Я думаю, что на этом надо и закончить видео, дружище. Пожелать тебе огромнейшей удачи, попросить тебя поставить лайк и ждать тогда следующего выпуска. Пока!